что такое вообще из себя представляет такая концепция. Да, это такое своеобразное ретроспективное путешествие, да, от его основания, то есть вот за эти, через эти 200 лет, которые Санкт-Петербург был столицей Российской империи. Недавно мы название выставки поставили именно вот эти слова «столичная панорама». Да, те 200 лет, которые Петербург являлся центром России, являлся его, так сказать, витриной, его нервным и мозговым узлом, да, вот это мы пока. И вот при том я хочу сказать, что город, он ведь не просто топографическое, да, место, не просто вот собрание жителей, там собрание зданий, заводов, еще чего-то, да, это такой своеобразный феномен памяти постоянной, да, и вот тут вот эту память о городе за эти 200 лет мы попытались показать, как она складывалась, как она развивалась, как она превращалась потихоньку с одного, перетекала из одного века в другой. То есть вот всю эту вот живую такую своеобразную историю существования мы и попытались показать. Сейчас